Всем привет! Наш следующий пример применения метода динамического программирования – это задача о наибольшей возрастающей подпоследовательности. Формулируется задача следующим образом. На вход нам дается массив, ну или последовательность чисел размера n. Хотим мы найти в нем или в ней наибольшую возрастающую подпоследовательность. То есть такие элементы, которые идут друг за другом, не обязательно подряд, которые возрастают, во-первых, и чтобы количество этих элементов было бы максимальным. Как обычно, сразу пример. Вот пример массива какого-то размера, и вот в нем пример последовательности размера 5. Так, 1, 3, 4, 6, 9. Это один из примеров возрастающей подпоследовательности здесь. Сразу, чтобы показать, что такая подпоследовательность не единственная и что она не обязана заканчиваться там в каком-то конкретном, в самом маленьком элементе и начинаться в самом маленьком и заканчиваться в самом большом, давайте вот еще один пример приведем. Последовательность 2, 3, 4, 5, 8. Тоже возрастает, тоже длины 5. Вопрос, есть ли здесь более длинная возрастающая подпоследовательность в этом примере. В принципе, уже даже не так очевидно, но вот сейчас мы с вами научимся разбираться, как это можно понять. Ну и как обычно мы научимся это делать в общем случае. Итак, чтобы развить интуицию, то есть здесь, как мы помним, мы сейчас находимся в главе, посвященной методу динамического программирования. Помним мы также, что метод динамического программирования решает исходную задачу, разбивая ее на более мелкие подзадачи и решая такую коллекцию подзадач. Вот сейчас нам надо понять, какая же здесь могла бы быть естественная подзадача. Для этого давайте просто вот забудем про конкретный массив, представим некоторый абстрактный массив, нарисуем в нем примерную такую наибольшую возрастающую подпоследовательность и возьмем какие-нибудь в ней два соседних элемента и попробуем понять, что же можно про эти два элемента сказать. Вот на рисунке они обозначены через z и x. Ну, есть, во-первых, очевидное свойство. Z меньше, чем x. Ну, действительно, поскольку это возрастающая подпоследовательность, даже не важно, что она наибольшая, что z обязан быть меньше, чем x. Иначе последовательность не была бы возрастающей. Вот что более нам важно, это вот что. Давайте рассмотрим префикс нашей последовательности, который заканчивается в элементе z. Этот префикс, вот он. Вот это, там, в нашем конкретном случае это вот первые там раз, два, три, четыре элемента. Вот что хочется сказать. Если изначально мы взяли, то есть то, что нарисовано выше, это оптимальная возрастающая подпоследовательность, под оптимальной я понимаю возрастающую подпоследовательность наибольшей длины, тогда этот префикс просто обязан быть максимальной возрастающей подпоследовательностью, заканчивающейся вот в этом конкретном элементе z. И здесь даже пояснено уже на картинке почему. Ну, предположим, что это было бы не так. Предположим, что нашлась бы другая возрастающая подпоследовательность, более длинная, вот состоящая из пяти элементов. Вот раз, два, три, четыре, пять, которая заканчивается в элементе z. Ну, тогда, конечно же, мы бы просто взяли и рассмотрели вот такую последовательность. Давайте я цвет другой возьму. Вот такую. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Получилась бы последовательность более длинная, чем наша исходная. Верно? Соответственно, то, что мы только что доказали, вот то, что любой префикс оптимальной подпоследовательности тоже должен быть оптимален, это так называемая... Да, вот еще раз, как это выглядит. То есть это так называемая оптимальность для подзадач, которая означает, что если взять и нашу задачу начать разбивать на подзадачи, то они тоже обязаны решаться оптимально. Вот наша исходная возрастающая подпоследовательность, у нее там много всяких разных префиксов. Ну вот в частности мы рассмотрели префикс, заканчивающийся в элементе z. И мы с вами установили, что этот префикс обязан быть оптимальной возрастающей подпоследовательностью, заканчивающейся в элементе z. Ну и так про любой префикс можно сказать. Доказали мы это так называемым методом вырезать и вставить. Мы сказали, ну если бы
этот префикс не был оптимальным, то есть была бы более длинная подпоследовательность, заканчивающаяся в элементе z, тогда мы из нашей исходной последовательности вырезали бы ее префикс и заменили бы ее на префикс, ну, на вот ту более длинную подпоследовательность, которая заканчивается в элементе z. Тем самым мы бы получили более длинную, чем наша исходная, возрастающую подпоследовательность, что противоречило бы тому, что мы начали с оптимальной возрастающей подпоследовательности. Итак, теперь мы готовы сформулировать подзадачи. Давайте подзадачу определять так. Для каждого элемента нашего исходного массива, то есть аитова, мы будем с вами вычислять длину наибольшей возрастающей подпоследовательности, заканчивающейся в этом элементе, в аитом. Тогда мы можем написать вот такое вот рекуррентное соотношение для наших подзадач. Значит, рассмотрим эту самую... Вот давайте я нарисую. Рассмотрим оптимальную подпоследовательность, заканчивающуюся в элементе аита. Вот мы знаем, что у нее есть какой-то предыдущий элемент. Мы не знаем, где он находится, но сейчас и не важно. Ну, давайте просто ее предыдущий элемент обозначим индексом g. Вот тогда мы знаем, что префикс, вот этот вот, который здесь есть, заканчивается в g, то есть на единицу короче, это оптимальная должна быть подпоследовательность, заканчивающаяся в элементе g. Ну и вся наша последовательность, которая заканчивается в элементе i, она на единичку короче. Соответственно, чтобы вычислить d от i, достаточно просто посмотреть на все значения, такие d от g, где g меньше, чем i, и выбрать из них самую длинную такую подпоследовательность, которой можно дописать элемент аита. То есть нам надо, чтобы i, элемент i мог идти после элемента g. А это, в свою очередь, означает, что элемент, который в массиве стоит на позиции i, в массиве A, должен быть строго больше, чем элемент, который стоит на позиции g. Ну, тем самым получаем такое вот рекуррентное соотношение, что d от i — это единица плюс максимум из d от g по всем g, которые меньше i, и таким, что a от g меньше, чем a от i. Надеюсь, убедительно теперь выглядит это рекуррентное соотношение. Да, здесь стоит еще оговориться, что здесь может оказаться, что максимум берется по пустому множеству. Например, если для текущего элемента i просто вообще нет таких элементов g, которые таких, что ag меньше, чем ai. Ну, давайте тогда договоримся, что максимум по пустому множеству просто равен нулю. Ну и в такой ситуации d от i равно единице, ну, что естественно. Если i-тый элемент больше, чем все предыдущие элементы, тогда да. Ой, прошу прощения, если он меньше, чем все предыдущие элементы, ну, меньше либо равен даже, тогда его просто не приписать никому. Отлично, поехали дальше. Вот у нас получилось теперь, вместо того, чтобы искать в исходном массиве самую длинную подпоследовательность, у нас появилась такая коллекция подзадач. Для каждого i мы хотим найти самую длинную возрастающую подпоследовательность, заканчивающуюся в этом i-том элементе. Итого, вместо одной задачи получилось n задач. Ну, причем понятно, что чем меньше i, тем задача вроде бы легче. То есть, когда i равно единице, ну, то совсем понятно, что эта последовательность состоит из одного элемента, и все. Ну, поэтому, если их решать так в порядке увеличения сложности, то есть надежда, что у нас все получится. Ну, давайте прямо такой алгоритм и запишем. Итак, мы изначально завели массив d размера n. Еще раз напоминаю, d от i у нас будет содержать длину кратчайшей подпоследовательности, заканчивающейся в i-том элементе. Дальше мы последовательно начинаем вычислять все значения d от i. Изначально, вот у нас пошел цикл, изначально мы записываем просто, что d от i равно единице. То есть мы уж как минимум знаем одну возрастающую подпоследовательность, которая заканчивается в этом элементе. Это последовательность, которая состоит просто из этого элемента. Дальше мы занимаемся следующим. Мы пытаемся понять, а к чему бы этот аитый элемент аи мы могли бы приписать, к какой возрастающей подпоследовательности. То есть мы перебираем всех кандидатов на то, чтобы быть предыдущим элементом в оптимальной последовательности, заканчивающейся в этом элементе.
То, что кандидат действительно является кандидатом, мы проверяем следующим образом. То, что отжитое меньше, чем аитое. То есть аитое может идти в возрастающей подпоследовательности больше, чем перед аитом. А после этого мы проверяем, верно ли, что если приписать вот к этой последовательности, которая заканчивается в джитом элементе, еще и аитый элемент, если при этом получится длина, которая больше, чем наша текущая длина, тогда мы деитое обновляем. Ну, тем самым мы находим оптимальное значение для деитова. Итак, после вот этого вот цикла у нас заполнен весь массив D. Мы для каждого элемента знаем значение, знаем длину максимальной возрастающей подпоследовательности, заканчивающейся в этом элементе. Все, что нам остается сделать, чтобы вернуть ответ, это просто теперь найти максимальное число. То есть, напомню, исходная задача у нас звучала так. Нам дан массив, и мы хотим понять, какова в нем максимальная возрастающая подпоследовательность. Но мы не знаем, в каком элементе она заканчивается. Но знаем, что она хоть в каком-то из n элементов заканчивается. Мы тогда переберем все элементы от 1 до n, выберем где-то максимум. Максимум выбирается вот здесь вот. Ну и в конце вернем ответ. Вот и весь алгоритм. Давайте сакцентирую внимание на том, что вот, ну, буквы LIS здесь обозначают это сокращение от английского названия данной задачи Longest Increasing Subsequence, а bottom up означает, что это от слов снизу вверх, означает, что мы задачи решали в порядке увеличения сложности. Иногда нам будет удобнее, на самом деле, написать сверху вниз, но об этом мы еще чуть позже поговорим. Так, алгоритм написан, корректность, я надеюсь, его понятна. Самое время разобраться с его временем работы. Время работы этого алгоритма квадратично, ну, просто потому что, на самом деле, он перебирает все пары. Он для каждого и он перебирает все потенциальные там предыдущие элементы. То есть цикл у нас, напомню, там примерно идет так. Для всех и от единицы до n, а внутри идет цикл для всех g от единицы до i минус 1. То есть то, что мы перебираем, это на самом деле просто все возможные пары и g, где i строго больше, чем g. Мы с вами знаем, что количество таких пар это просто c из n по 2. То есть это количество способов выбрать два неравных элемента. Ну вот там один из них больше, чем другой. Это количество равно n умножить на n минус 1 пополам, то есть, а это в свою очередь θ от n в квадрате. То есть время работы алгоритма квадратично.